Тестовая запись с ноутбука, с нового места, с нового микрофона, если это можно так назвать. Не знаю даже, через что сейчас пишется, или через встроенный микрофон ноутбука, или через микрофон на гарнитуре. Тем не менее, что у нас тут есть? Hanover Evening Call. Собирать состав. Тоже собирать состав. Давайте какой-нибудь. Поставил тут несколько маршрутов. Так, North London. По имени. Вот этот у меня все никак не получалось доехать. Давайте попробуем его, он хоть и ночной. Да, это нормально, потому что мне тут кинули саундпак. И эта ошибка появляется с ним. Собственно, по North London вторая часть поездочки. Сейчас мы едем из Gospel Oak до... забыл название, до Ричмонда. Это городская линия Лондона, и вот здесь у нас на Gospel Oak есть вот такой вот третий путь. Тупиковый. И вот скоро выходит для Transworld у нас дополнение, которое называется Goblin Line. И вот отсюда будут поезда этого Goblin Line, собственно, отправляться вот в том направлении. Так, фары. Ночной режим. Вот, а мы сейчас уезжаем туда, куда Goblin Line у нас в Transworld распространяться не будет. Остановок. Наверное, сейчас громко звук записывается. Посмотрим. Так. Вот так вот, наверное, лучше будет звук симулятора. Вот такие вот громкости гудков. Опять же, запись пробная. Не знаю, буду ли выкладывать ее на YouTube вообще. Но если получится по громкостям нормально, если пройду его до конца, ничего не вылетит и так далее, то... я думаю, выложу на YouTube, все равно давно ничего не было. Пишите комментарии, как говорится, мелким почерком. Хэмпстед Хит, следующая остановка. Еду по хаду, сразу говорю. Ну, поглядываю на спидометр суда. Попытаемся заработать все очки. Четырехвагонный состав у нас. Платформы, по-моему, тоже по 4 либо 5 вагонов, то есть довольно короткие. ...378 класс, если я не ошибаюсь. Сейчас внешний вид включу, посмотрим. ...378 класс, 210-я машина, на маршрутнике Ричмонд, все в порядке. Ну и вот, собственно, сколько у нас остается длины. Ну, да, это под 5 вагонов, судя по всему, платформа сделана, вот она уже кончается. Поэтому нужно доезжать до знака. Карту можно посмотреть. Вот, собственно, где это мы, вот отсюда мы начали. Вот сюда уходит линия Гоблин. Она в Трансиме тоже есть. Единственное, в Трансиме она не электрифицирована. И там ходит 172 класс дизельный. А в Трансиворлд там будет 710 электричка ходить.
Сейчас я еще какие-нибудь покажу занимательные элементы этой карты. Тут примерно сориентироваться, где мы находимся. Но разгонимся до 45, я тягу скину. Так, давайте. Ой, это девятка. Вот мы едем сюда, вот синеньким подсвечено. И конечная у нас Ричмонд. Вот это, насколько я помню, да, вот он Ричмонд. И вот здесь вот, проверяем. И вот здесь вот мы пересекаем вот, вот эта линия, это Бекерлу. И параллельная West Coast Main Line, по-моему, уходит там в Ливерпуле везде. И вот направо уходит она... Забыл название вокзала. Короче, к северу Паддингтона. И вот линия, это у нас в Трансим Ворлде. В Трансиме есть Old Oak Depot, помните? И вот здесь вокзал, собственно, Паддингтон у нас. А вот сюда она в Ридинг уходит. Мы ее будем пересекать. Так, ну я еще внешку включу, когда будем пересекать. Сейчас нам станцию не пролететь. Станция Finchley Road and Prognal, господи. Табличка есть? Да, Finchley Road and Prognal. Классическая кабина. Кто в Трансилорд катает, знает, что вот эта вот перегородка, она на самом деле как дверь действует, и вот сюда можно вдоль сиденья поставить. И здесь будет сквозной проход, если состав нужно соединить. И вот тот отсек, где у нас Second Man сидит, ну я не знаю, это там помощник машиниста или ученик, она тоже должна отгораживаться в таких кабинах. Кстати, вот интересно, надо посмотреть, спереди у нас переход есть или нет. Только что включал внешнюю камеру и не обратил внимания. Да, переход здесь тоже есть, но он без суфле, без переходного, то есть, скорее всего, именно эта серия, она не используется, соединенной по нескольку составов. Вот сейчас мы пролетим первым вагоном. Нужно где-то на 25 проходить входной конец, сейчас первым, не первым вагоном, а первой дверью. Но я откатываться не буду. Да, вот первой дверью пролетели, вторая попала. Но в Трансиме, знаете же, да, как если хоть одна дверь вагона не попала на платформу, уже двери не откроются. Ну и здесь вот место под два вагона еще осталось. Вот дверь эта. То есть она выглядит, как будто бы она запаяна, но так как кузов универсальный, да, тут все равно на других типах составов эта дверь есть. Так, а вот здесь, походу, нет сдвижной двери. Хотя нет, вот сверху есть под нее вырез, но самой двери не видать. Вот сюда, если мы переместимся, ну да, вот здесь вот этот тамбур есть. И вот эта дверь, скорее всего, на этих вагонах жестко заблокирована. А на других можно здесь переходное суфле увидеть. Обратите внимание, еще только приемник у нас есть. У нас на одном вагоне фонтач стоит. И у этого поезда еще башмачный только съем идет. Так, где он есть-то? Ну вот это, однако, да, у нас? Это, однако, башмака. Поднят сейчас. Так, вот это. И да, вот это вот у нас только съемный башмак. Если я не прав, поправьте меня. А вот это вот у нас днем подвешивание. Вест Хэмпстед у нас остановочка. Следующая. Бронсбери. А в начале сценария там еще было про TSR-ку, это временное ограничение скорости, temporary speed restriction. Так что надо за знаками следить.
желтые знаки. Бронсбери. Где-то 20, так, 30, 29. На 29 мы входной торец проехали. Сейчас посмотрим, как остановимся. Так, ну в принципе, вот можно еще подотпустить перед остановкой. Давайте уже дожмем, сзади все равно еще на вагон место. Значит, можно на 30-32, наверное, проезжать входной торец. Если под 5 вагонов, то вот как раз где надо остановимся. Ну вот все, собственно, двери и сзади у нас... Ну вот нет, под 5 вагон места, да, все-таки под 4 вагона это платформа. 5 вагона одна дверь не будет входить, либо надо спереди проезжать кабиной и точно очень останавливаться в начале платформы. Поэтому только 4 вагона. Какой-нибудь скриншот еще надо будет сделать. Кстати, такой вот у нас, так как это лондонская сеть Overground, типа наземного метро, или вот то, что в России, в Москве называют там центральными диаметрами, поэтому здесь сиденье вдоль стены, как в метро сделано. И сейчас еще раз покажу сквозной проход через весь состав, вот, то есть как в новых московских, например, поездах. Ну и во многих других городах мира тоже такие есть. Так, 31-30. Я сейчас на двойке торможу. В этот раз я на тройке шел. Смотрим сейчас, как получится. Но все равно рановато, я даже вот на единицу скину. Ну и все равно отпускать приходится. То есть можно где-то 33 даже попробовать следующую. Я часто рассуждаю про скорости проезда торца, хотя я уже первую часть проехал этого сценария, у нас двух частей. То есть первая часть была из Стертфорда, вот по-моему вот с этих путей. И я доехал по северу Лондона вот до сюда, до Госпилока, собственно, где у нас вот этот путь на Гоблин Лайн уходит. И вторая часть, она сюда вот уходит. Пошли поражение. Понятно, жаль. Потом в город съезжу. Это у меня тут зашел человек, я ему ответил. А следующая остановка — Кансай Райс. И у нас АВС-ка срабатывает, временная рампа. И вот я вижу, уже в свете фар отражается знак временного ограничения 15. Ну, собственно, тормозим. Вот, а вторая АВС-рампа, она срабатывает на зеленый сигнал. То есть это временная АВС-рампа, которую именно путевые рабочие установили, и она постоянно подает сигнал срабатывания. Как будто бы желтый впереди. Хотя на самом деле, как видите, зеленый. Ну и вот на зеленом у нас Sunflower очистился, собственно. Где он есть-то уже, ё-моё? Я уже Sunflower потерял. И вот начало ограничения. Вот 15. Давайте. Подадим сигнал. Вот и работы идут. И подсветка этой местности тоже стоит. Ну вот у нас Cancel Rise. Вкатываемся на 15, знака окончания еще не было. Я вижу, там дальше еще подсветка. Вон он, знак окончания, однако, стоит. Пассажирский вид у нас то, что реклама, шоп онлайн, схема. Ну, он схема, но она не...
Далековато, нечитабельная здесь. А вот она висит. Давайте посмотрим. Вот Госпел Ок. А вот здесь, наверное, у нас Ремингтон. Вот этот участок мы сейчас идем. Вот этот вот. А Гоблин Лайн, который в Трансиворде будет, вот он, очевидно. Вот Баркинг, я тут вижу, вроде как читается. Вот она, ветка на Баркинг, которая в ТСВ будет. И вот сам Гоблин, вот до Стертфорда. То есть первую часть я вот так проехал и не записывал. Может, потом запишу, отдельно выложу. А вот вторая часть вот это вот. Вот это я не вижу, Паддингтон или нет. Нет, видимо, не Паддингтон. Ладно, погнали. Лучше не отвлекаться. Ну, карьерный сценарий, очки у меня не отключены, сейчас решил оставить их. Только сказал, чуть не превысил. Скажите, там напишите, как звук, хотя я сам послушаю, тоже услышу, но если звук совсем шокальный, я не знаю. У меня в ноутбуке встроенный микрофон, ну вот сейчас в гарнитуре встроенный. Конец ограничения. Следующая 35 будет, можно в принципе сильно не разгоняться, до 35 разгонимся. Сейчас по идее это нужно было засечь длину, хотя бы по столбам, я не знаю. Вот на этом столбе, наверное, уже пройдет весь состав. А, ну вот уже 45 на хаде, в принципе, давайте счетерим. По хаду поедем. У нас следующая станция Уилсден Джанкшн. Или Уилсден Джанкшн. Тридцать вот как раз я разогнался, до 37 уже успела. Естественным путем он до 35 снизится. Уилсден Джанкшн большая довольно станция. Сейчас остановимся, я там карту включу, на ней разделяются как раз ветки. Сейчас такие тупички должны быть веселенькие. Без контактной подвески, да? Нет, с контактной подвеской. Там еще 20 ограничений. Вот они тут тупичочки, непонятно под что это. А, нет, это не тупичочки, мне показалось. Это у нас куда-то ветка уходит. Не знаю, куда можно посмотреть, если знаете, тоже напишите. Куда эта ветка? 20. Со внешней. Ну да, это ветка, просто он там интересно отделяется. Сначала один путь, потом он снова раздваивается. Двадцатка. Вот эта платформа посередине. Двухсторонние встречные поезда на другую сторону прибывают. У нас эта станция по расписанию. На 57 минут прибытия. У нас сейчас 55, еще 2 минуты вперед едем, хотя нигде не превышали, и там даже ТСР-ка это была. С учетом ТСР-ки даже успеваем. Сейчас подтяну прямо. Вот сигнал, конечно, плохо, что не видно, но он зеленый. Я запомнил, что он зеленый. Все, давайте сейчас девятку посмотрим. А, собственно, вот сейчас мы пересекаем Бекерло, вот это вот, помните, да, в Трансиворде, Уилсден Джанкшн. Это Бекерло Лайн, вот это вот Вест Кост у нас. По-моему, Вест Кост Мейн Лайн, я могу ошибаться. Вот, здесь у нас депошка Оверграунд, если я не ошибаюсь, как раз. Здесь еще депошка. Так, 9, 8. Сейчас вспомните, сейчас покажу и вспомните. Вот эта станция, где уже после Квинс Парка едем по верху, вот 4-рельсовый путь, все как положено. И вот здесь мы уходим вот на этот путь, дальше на Харрос, на конечную Харрос. А здесь вот такой вот есть тупичок, что тоже под отстой метропоездов. Трех такая путная интересная платформа. Вот это у нас линия Бекерло из Трансиворда, да, вот это у нас... Если я не ошибаюсь, она без Космо Инлайн. Костя меня, конечно, прибьет, если это не она, но на Ливерпуль, Манчестер из Лондона. По-моему, Лондон-Хьюстон вокзал. Вот эта вот линия выходит. На Бекерло вы когда едете, она параллельно вам там идет после Квинс Парка. И вот по ней и Оверграунд там тоже едет. Тут есть пути Оверграунда. И скоростные ходят, и части там раньше ходили. Смотрите, я проехал сигнал уже, а
Он перекрылся, видимо, потому что я на рампу заехал. Сейчас вот, когда начну ехать, главное, чтобы меня не засчитали, что я красный проехал. Назад, короче, нельзя откатываться. Сразу в переднюю. Первая, вторая, все, погнали. Нормально проехали. Все хорошо. Знаете, даже на всякий случай прогресс сохраню. Хотя не любитель сохранений. Вот у нас, да, проехали большую магистраль. Глухое пересечение. Глухое пересечение. Смысла нет смотреть, надеюсь, никого нет. Надеюсь, что оно централизовано. И следующая станция Acton Central. Тоже любители Great Western. Acton, я думаю, помнят. А, это грузовой парк, там на 66-м, куда вы привозили эти же щебень, что там насыпные какие-то сыпучие грузы. Вот в Acton парке у нас грузовая ветка от Great Western. Great Western Railroad, она отходит на север, ну и там на юг тоже отходит, везде отходит. Собственно, там называется Acton Main Line станция, у нас сейчас Acton Central, потом еще там Acton какие-то будут. Сейчас поживем, увидим. Так, 35 дальше, да, ограничения? Ну, судя по тому, как мы идем вперед графика, тут можно прям сильно под ограничение не гнать. Давайте еще разгонимся там под 30, вот так вот хотя бы. Сигнал. Все время кажется, что наш. Забываю, что левостороннее движение — это на соседний путь сигнал. Забитая... Забитый пост централизации, много таких встречается. Окна забиты. То есть это еще здание, скорее всего, там, я не знаю, с 50-х годов здесь стоит. У него здесь было написано, скорее всего, что-нибудь типа Acton Junction, не знаю. Вот. И вот у нас, собственно, мейнлайн. Сейчас отлетим. 8. Вот он, Great Western Mainline. Вот у нас депо, где шесты обслуживаются. Вот в Трансворде, вот в это все у нас заезжабельно. Но здесь, конечно, ну ладно, никто ничего не видел. Вот, тоже депо 6. Вот здесь мы едем на вокзал Паддингтон туда. Ну а здесь, соответственно, в Рейдинг, Оксфорд, а там кто куда уже едет. Хоть до самого... забыл название. Пензенса. Хоть до самого Пензенса. Вот, Acton Central, мы еще до сих пор до нее не доехали. Длинный перегон. 2 минуты 10 секунд прибытия. У нас еще 2 минуты и меньше мили осталось. Опа, ну вот, 1000 уже не будет. Ну, ничего страшного. Все-таки нужно было какой-то маржин тут сделать. То есть, ну, на 2 хотя бы позволять превышать. Потому что это совсем не дело. Вот, и следующая South Acton. То есть там Acton Main Line, мы проехали ее, она была на главном ходе. И к South мы едем пока что. Но все равно я на полминуты раньше сюда приезжаю. Тормозит хорошо, хотя ровно, вроде не в горку. Сколько там места осталось? Вот здесь под вагон место однозначно. А была платформа, там явно вагон не влезет. Обратите внимание, третий рейс начался.
То есть в теории мы можем переключиться, потому что контажка, она где-то кончается. Но тут должно быть, по идее, указание, где именно переключиться. Но вот я думаю, здесь переключение происходит. Сейчас мы отлетим назад. Да, вот она шла, контажка. Вот на станцию зашли, третий рельс начался. И контажка там должна дальше кончиться. Да, здесь надо переключаться. Сначала синюю, потом желтую. То есть синий мы пантограф отключаем. Вот, а желтый мы башмак опускаем на третий рельс. Башмачок. Все, переключилось. Все, соответственно, у нас теперь понтач опущен. Вот он, понтач опущен. На встречке тоже вон понтач опущен. А мы с третьего рельса пошли электричество собирать. Я не вижу, где башмак реально, но где-то должен быть. Та штука, которую я назвал башмаком, это все-таки не башмак. Следующая Саузектон. Ух ты, на какую-то фигню на стык, видимо, налетели на острове. По соседнему пути маневровый сигнал открыт. Так. А ВС-ка сработала, сигнал желтый на бок. На бок 25 знак был, да? Тут знак стоит не в конце платформы. Давайте посмотрим, сколько сзади останется места. О, тут сзади еще больше, чем на вагон осталось, и мы при этом не доехали до передней части платформы. Видимо, чтобы как раз перед светофором здесь можно было останавливаться. Так, ну давайте. А, ну вот он, башмак, да, из этой белой фигни. Вот он торчит, просто он был задвинут у нас, а сейчас он выпустился. И вот он, собственно, с третьего рельса снимает. То есть, все-таки... Почти правильно я назвал место. Так, а налево 25. У нас налево и указатель налево. Ага, то есть там на следующей станции у нас застрял. Гайнерсберг называется следующая станция. Это у нас веточка, ой, не туда. Это у нас вот эта ветка, мы с нее срулили, а ветка это идет на Бентфорд, на Бентфорд. Ну и, собственно, вот сюда тоже с нее сворот. Бернсбридж, я не знаю, куда это, но вот куда-то на юг уже, под Лондон. Чуть ли не в сторону Брайтона, скорее всего, она туда стыкуется. Возможно, кстати, она на Брайтон-то и идет. Так, у нас красный. Красный после желтого, какая новость. Так, ну надо остановиться, чтобы он в окне был, да, хотя бы. Все. Так, на Гансбере у нас на Гайнерсборе нет, у нас времени прибытия, но у нас на конечку есть время прибытия, да? Мы на Ричмонд должны 15 минут приехать. О, здесь желтый, все. Поехали, пожелтел. Там у нас 15 знак, непонятно почему. Предупреждающий, я, видимо, проглядел, а по ходу только вижу, что 15. Опять красный, это к соседнему пути.
Ну да, просто 15, значит, должен был предупреждающий стоять. Кого нет? Надеюсь. Гонерсбург, тут что, два пути? Но тут съездов целая гора. Съезд сюда, съезд туда. Я думаю, тоже как оборотный вот этот именно путь, на который я заезжаю, используется, и чтобы назад можно было уйти с него. АВС, когда надо смотреть красный, может быть. Так, потому с моего пути, да, с моего пути красный. Вот сейчас, если красный до остановки не уйдет, я буду дыра включать. Спрашивают тоже много, зачем дыра нужна, но вот чтобы вот в таком случае случайно не уехать. Где там знак остановки? Ну, под самый светофор нас предлагают закатиться. Я оставлю чуть-чуть места, наверное, чтобы светофор видеть. Вот так вот. Т, ДРА. Вот можно было не включать, желтый уже загорелся, но окей. Собственно, ДРА нам не даст забыться, да, что там красный был, случайно уехать. Перед отправлением выключу. Сейчас мы так по удалению, видимо, и пойдем до самого Ричмонда. А вообще сегодня хотел катнуть по Hanover Subdivision, американский маршрут. Но что-то я посмотрел, там все короткие сценарии уже отъезжены. А длинные я не хочу, это чисто тестовое видео. Так, ну все, желтый, можно ехать. Запоминаем, что следующий опять красный. Там опять ВСК отобьется. Следующая Kew Gardens. Так, то я что-то сильно разогнался, там, учитывая, что красный, может быть, да, давай немножко, наверное, тормозимся. Ну да, красный я выездили, хорошо увидел. Так, из-за поворота бы выскочил, наверное, можно было внезапно обнаружить его перед собой и не успеть оттормозиться. Какой мост? Какой мост? Интересно, что за река? Точнее, Темза? А может, кстати, и Темза. Так, ВСК отбилась, но у нас желтый уже. Так что гоним 45 дальше. У нас там следующий светофор после остановки. Все равно не тормозить. Поэтому можно не париться про скорость сейчас, про сигнал. Да, там красный на выходе, а уже желтый на выходе, все. Уже желтый. По-моему, следующая уже Ричмонд. Смотрю, сзади сколько осталось места. Тут тоже под вагон сзади. А встречная платформа, смотрите, начинается одинаково. А платформа сама еще на вагон длиннее. Возможно, по этой линии тут подходит еще, где мы сейчас стоим. Вот этот кусок. То есть, возможно, если кто-то вот так проходит. Хотя... И на следующей станции тоже одна платформа чуть длиннее. Может, конечно, не заговор иллюминатов, а может, просто случайно получилось. Или процесс расширения идет. Но есть что есть. Я вижу следующий красный опять. Но, наверное, как подъедем, пожелтеет. Да, пожелтел уже сейчас.
У нас, смотрите, маршрут на трек-мониторе построен в тупик в какой-то. У нас должна быть платформа. То есть, очевидно, еще предыдущий поезд, он... После него маршрут еще не собрался другой. То есть он, видимо, в тупик заезжает. Не знаю, что там за тупик. А вот мы заезжать должны под платформу, а не в тупик. Так, что я делаю? Вот так. АВС-ка отбилась. На что она отбилась? Она отбилась сейчас пока что на скорость, я думаю. Вот здесь мы, кстати, едем. Такое интересное, красивое место. 15. Дальше будет. Давай пока тормозимся. Через жилые районы, такой поворот прямо, и за здание уходит. Нравятся такие места. Так, вот 35 стартует. Там выстрел, я не знаю, ночью можно гудеть или нет, но вот знак стоит. Значит, давайте гудеть. Может, тут квит-зона, может, только днем, но... Не знаю. Давай тихим вот этим. Гуднули, ну, как бы я свою обязанность выполнил. Вот, пересобрался маршрут на четвертый путь Ричмонда. Сейчас мы туда заползем. А трафик там заполз на какой-то соседний путь, скорее всего. Хотя, вроде не тупик. А, ну, видимо, потому что нам эта платформа не назначена для остановки. Оно для нас как тупик обозначалось. Но вообще это терминал, это конечная станция North London, я так понимаю. Опять же, поправят знатоки типа Константина. И здесь, скорее всего, у нас весь оборот и происходит. То есть вот выгребает оттуда поезд. Там у нас, что, 9 получается? Там у нас 1, 2, 3, 4, 5 платформ у нас там, и они все тупиковые. И вот только 2 проходные идут. То есть только 2 пути буквально вот сейчас там свободно, потому что с одного один выехал, на другой я заезжаю, третий стоит. И только 2 пути свободно, фактически. А вот этот поезд, видимо, там, где мне написали это сообщение диспетчера, он там сломался или что, у него какая-то задержка вышла. Поэтому мы его практически догнали, он вот только приехал минуту назад. И уже мы заезжаем. 6 очков у меня не хватает. Ну, ничего страшного, я за ними особо не гонюсь. Приятно, когда там 1000 прям ровно. Ну, сам прошлепал скорость. Так, а он на 5-й путь, и он теоретически может выехать на мейнлайн. На параллельный вот на этот ход, а я не могу. Ну, будет ли он или нет, это тоже вопрос. Ну-ка, а с моей платформы переход вот туда налево есть? Кажется, есть. Так, ну что, сейчас нам главное тупик не снести, да? Тут четырехрельсовая сеть, тут получается сюда еще подземки поезда могут заходить, что ли? И открываемся. Давай посмотрим, вот отсюда, если выйти... А, ну походу можно, да, вот отсюда можно вот сюда зайти и вот туда, где вот этот поезд, я имею в виду, остановился. Тоже оверграунд, он тоже на Ричмонд, ну, да, тоже на Ричмонд. Вот. Ну вот здесь вот у нас как какой-то мейнлайн. Тоже надо смотреть, куда он ведет. Ой, я не знаю даже, Твикингем, Твикингем или Твикингем, по-разному каждый хэм читается. И вот, собственно, дальше пошло. Шин, Нордшин. Ага, все отлично, мы выполнили, как обычно, все галочки стоят. Вот, ну вот на Ричмонд мы приехали, собственно, половинку Норд-Лондона откатали. Попробую я посмотреть, что вышло, выложу на YouTube, наверняка. Давайте голосуйте лайками или прочими породами собак там. Кому что нравится, можете маламутами. Вам всем счастливо. Еще и ачивок целую кучу дали. Так.